Все, надо тоже его добавить обязательно. Маме покажу, мы с мамой вдвоем слушаем сейчас казахскую музыку. Серьезно? Ну вот свекровь научила, видишь. Мне у казахов больше голоса нравятся даже, чем татарские. Ну, похоже на Витаса, да? Угу, похож, похоже. 5-1! Господи! 5-1 у России, 5 у Америки, 1! Это нечестно, это вообще нечестно. Я не знаю ничего, но этих песен я не знаю. Вы не знаете, 5-0! Друзья! Я всегда слежу, и вот всегда вот это чувство гордости, вне зависимости, да, там, в Казахстане, там, достижения самого, как и в целом Казахстана, так и личностей, которые проживают в Казахстане, да, всегда там чувство гордости. Всегда своей молодежи говорю, нашей молодежи говорю, чтобы они брали пример, ну, примеров очень много, действительно. И в России, если в России много, потому что наши казахи, есть и Сабуров, и Азамат Масагалиев, и много. В России много. Тоже, я помню, гордились нашим аксакалом уважаемым, Аманом Тулеевым, да, вроде? Это наш индийский казах, да. Всегда говорили, что он наш, это наш, действительно, аксакал, которого очень много заслуг, все уважают, ценят с тем же трепетом, когда говорят, что вот он наш, кемеровский, говорит, он наш, кемерчанин. Хотя я понимаю, что он, в первую очередь, наш казах. Каждый воспринимает его по-своему. Когда вот, например, смотришь хорошие казахские фильмы, например, когда смотришь тоже выступления спортсменов, которые видишь, что они из последних сил стараются и пытаются, и выигрывают. В тот момент у меня отец всегда говорит, что желаем. То есть все, мы, конечно, для нас это радость, нас распирает от радости. Нас гложет то, что мы не можем помочь им никак. То есть да, это есть такое. Вот, когда у нас что-то происходит радостное среди казахов, мы все рады. И как бы все рады от души. Нету такого, что все рады, с одной стороны радуются, с другой стороны пытаются чем-то помешать или как-то оскорбить. Нету такого. Я люблю в казахах семейственность, за то, что мы держимся вот так кланово. Особенно, наверное, вдали от нашей этнической родины это особо ценится. Вот, по крайней мере, вот, когда у меня дедушка эмигрировало несколько его братьев родных. И до сих пор, даже с их внуками, мы продолжаем общаться и родниться. Я знаю их всех, они знают меня. И все всегда придут на выручку. По крайней мере, вот в моей семье, когда случилось горе, скажем так, я это особо почувствовала, что никто не остался в стороне, все приехали, все помогали, все были рядом. Вот. Что еще мне нравится? Предприимчивость, потому что все знают, там, что казахи любят понтоваться, а чтобы понтоваться, у тебя должны быть для этого основания. Чтобы были для этого основания, ты должен много работать и что-то делать. И поэтому, по крайней мере, мои дяди, мой папа, мой брат, там, остальные мои братья, они не сидят на месте, они вечно чем-то занимаются, что-то предпринимают. Очень много кто в предпринимательстве, поэтому мне это нравится. По управляющей компании по Руси на завтра, на Чеськи, на Весить. Ага. С лидером, да? Да, кто у нас вместо пионера лидер, что ли, заключили? Лидер, да. Ага. Там лидер, профи. А вообще заходили они на контракт именно с лидером или лидер. Они? И именно лидер и был, да, получается? Да, да, да. А Надежда там, да, руководитель? Компания у меня занимается, начинала заниматься с предоставлением услуг спецтехники. Уже динамично тоже развивается и на сегодняшний день обслуживает различных ритейлеров,
торговые центры, содержанием города занимаемся. На территории не только Тюмени, Тюменской области, но и на территориях Уральского федерального округа. Это Челябинская область и Екатеринбург, Свердловская область, Курганская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий. У этого города есть большие перспективы, вот у этого города есть будущее. Он развивается динамично, тут и производство, новые инвестиционные проекты реализуются. Чувствуется, что инвестиции идут, а инвестиции не идут туда. Люди же сейчас у нас просчитывают, тем более большие инвестиции. Люди просчитывают на долгие годы, то есть на десятилетия вперед. Значит, просчитывая экономику, ресурсы, людские ресурсы. Исходя из этого, люблю этот город, хотя несмотря на то, что мне и Москву предлагали работать, звали на работу в Москву, Екатеринбург, но вот не хочу изменять своему городу, потому что действительно его люблю. Ну, я являюсь руководителем компании, значит, коммерческая компания, она занимается рекламно-производственной деятельностью, строительством, возглавляю эту компанию уже порядка 6 лет, являюсь руководителем. Сейчас, конечно, нескромно прозвучит, но когда я попадаю на какую-то казахскую тусовку большую, типа Курултай или еще что-то, и меня узнают наши казахи, они всегда ко мне подходят и говорят, что они очень сильно гордятся, что я работаю на местном телевидении, мне безумно приятно, и хочется еще больше работать и делать больше крутых проектов, потому что как бы народу приятно, наверное, это того стоит. Аллах тағала мына оқыған аятымды Алла қабыл етсін. Алла тағала мына қарлығаш сапарын оңбасын. Алла тағала деніңе саулық берсін. Қалай жылы дан қауіп қатер дөңтілі көзден сақтасын. Бірінші барып ата еліне барып қызып танысып, бұрынғы атамыздың өткен аталарымыздың жеріне барып, соны бөліп, нетіп кел. Алла тағала оқитын болсын, оқыған оқуың зейінді болсын, соларды нетіп істеген білімі табысты болсын. Алла тағала деніңе саулық берсін, пәле жіледен, қауіп қатерден, үлгізден сақтасын. Раббана атина фиддуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан-нар. Жол аманшылығы болсын. Это, наверное, в крови. У кого-то в какой-то мере она все равно рано или поздно пробуждается, это чувство патриотизма к своему народу, своей культуре. У кого-то она раньше, у кого-то позже. Вот у меня она, можно сказать, проснулась в 2003 году, будучи еще студентом Тюменской сельскохозяйственной академии. Вот тогда у нас все наши молодежные мероприятия, молодежные вечеринки, они проходили в неформальном формате. Мы пытались всему этому придать систему. Ну, все этого завернулось и завертелось. Потом мы начали принимать участие в организации наших национальных праздников, культурных, областного Наурыза, областного праздника нашего Курултай казахов. Ну и всевозможных творческих мероприятиях. У меня, наверное, приземленные мечты, как у всех. Семья, большой дом, дети. Ну и еще, конечно, я мечтаю как можно еще больше путешествовать. Я такой кочевник в крови, уже много где была. И поэтому есть еще много стран. Чем больше путешествуешь, тем больше понимаешь, что посмотреть еще очень много чего хочется и каких стран. И надеюсь, все получится. Я представляю Казахстан современным очень городом,
Астану я представляю, вот как все говорят, что это что-то такое футуристичное, там построены здания в самых разных стилях. И я представляю, что это что-то такое широкое и масштабное. По крайней мере, когда я смотрю какие-то фотографии у друзей из Астаны или программы про Астану, я вижу, что там широченные бульвары, широкие улицы. И почему-то, когда ведущие там этих программ идут по улице, рядом буквально вообще никого нету на целой улице. Вот, и поэтому мне кажется, что это что-то бескрайнее. Ну, степь. Просто она вся такая в футуристичном стиле. А Алмату я представляю как что-то вечно зеленое и очень современное, потому что вот в Инстаграм я подписана на некоторых ребят из Алматы именно, и это такие современные, очень какие-то движушные, что ли, люди, и мне кажется, они прям вот крутые. Я бы хотела побывать в Алмате очень сильно тоже. Надеюсь, когда-нибудь откроется рейс Тюмень-Алмата. Вот эта казахская общность, желание там, не знаю, узнать свои корни, оно у всех. Вот, но в нашем поколении оно еще пока сохраняется. Я не знаю, как там вот подрастающий, не знаю, как, допустим, твой младший брат, да, вот есть у него такой, наверное, не особо уже. Мне кажется, он не уже задумывается, да. Пока. Я сама-то начала задумываться буквально вот два назад, как какое-то более осознанное было стремление туда поехать, а так. Ну да, вот наше поколение, ну, стремится, всем нравится, все хотят, я говорю, там, каждые праздники уезжают на Новый год, на майские праздники в Казахстан. Про последующие поколения не знаю, но наши еще тянется. И в Казахстан все хотят. Но все-таки с возвратом, потому что все равно как-то в основном все-таки патриоты там, любят Россию и не хотят отсюда прям переезжать. Помню, кстати, вот, я не помню, лет, наверное, 20 назад было даже такое понятие, как Оралман, да? То есть были до сих пор есть, были переселенцы. Не знаю, в то время это было как-то популярно, я не знаю, по каким причинам, но все как-то уезжали. Много казахов там в Оренбургской области, в Астрахани, где-то вот в таких городах. И они отличаются от нас. Даже тот же Омск, который от нас относительно недалеко, там из-за того, что очень много казахов прям среди населения, они уже тоже другие. Они еще ближе к казахстанским, наверное, казахам. То есть вот даже в рамках одной страны, но в областях у нас очень разный менталитет. Как тюменский охарактеризовать, я даже не знаю, но он другой. То есть с омскими казахами мы как-то тоже так отличаемся. Наверное, так же, как тюменские казахи, в принципе, как все тюменцы, они отличаются. У них другой менталитет, а там, нежели там амичи и прочее. Вне зависимости от того, казахи это нет, в принципе, наверное. Вот по городам немножко разное мышление, разный какой-то вот образ жизни и так далее. Вот в Москве и в Питере, которые казахи, они вообще, то есть, они, мне кажется, совсем оторваны от Казахстана, если честно. Ну, те, кто там родился. Но также очень много, кстати, встречаю вот в нашем городе, ну, в таких развитых, как там Екатеринбург, Тюмень, Москва, Питер, очень много приезжают, наоборот, из Казахстана. Я так понимаю, в основном из-за работы, из-за каких-то перспектив. Но у меня, когда мы только начали, была студентка, Мирверт ее звали, вот фамилию забыла, она еще работала у нас в регистрационной палате. Она 2-3 года ходила ко мне на занятия, потом мы с ней в культуре всегда были вместе, работали, какие-то мероприятия проводили. И вот она уехала, оказывается, в Астану. Недавно я как Бержиинда маму встречаю, и мама говорит, сейчас Мирверт, говорит, у нас, говорит, живет, говорит, в Астане, вышла, говорит, замуж и работает в хорошем месте. Вот, к сожалению, фамилию ее забыла. Ей нравится. Она мне дала номер телефона, правда, мы еще не созвонились. И помнит, говорит, нашу автономию. И я поняла, она за нашими новостями следит, живя в Казахстане. Flight number 105 to Man. Несколько минут. Желаем вам приятного полета. Благодарю за внимание. Небольшой видеоматериал об Астане, о ее туристических возможностях, об истории и вообще о казахском народе и о своем путешествии на родину предкам. Я знаю, что это, по-моему, бывший Целиноград, и столица это совсем молодая, ей всего лишь 20 лет.
Все, я в Астане. Это аэропорт. Очень красивый. А еще здесь очень милые таможенники. Вот они меня встречали как родную. Спрашивали, откуда я, кому в гости приехала. В общем, все прикольно пока что.